ты делаешь? Ты зря меня обманул. Господи. Нет, Хосеми. Иди сюда, вернись. Нам не быть вместе. Нам с тобой никогда не быть вместе. Успокойся, ты со мной. Успокойся. Что будем делать? Поедем в тюрьму? Зачем мне прятаться? Я невиновна. Но судья так не считает. Он отправил тебя в тюрьму, понимаешь? Я поговорил с твоим другом, он это предложил. В общем, решай, что делать, и поскорее. Мы уже должны быть в тюрьме. Ладно, я останусь. Хорошо. Держи, Луз. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Кто-то должен быть счастлив. Ты этого заслуживаешь. Почему ты так говоришь? Ты тоже заслуживаешь. Наконец-то я вижу твою улыбку. Вы бы слышали. Рыжий орет там, как резаная. А тебя это радует? Да. Нашел время веселиться. Ты понимаешь, что она может сдать нас всех? А вы что празднуете, а? Ты не знаешь? Нет, что вы празднуете? То, что эта стерва в тюрьме. Наконец-то мы заживем спокойно. Это была твоя мысль? Нет, нет, нет. Ты слишком глуп. Ты не мог такое придумать. Я уверен, это идея Лосаро. Но у него ничего не получится, как всегда. Нет, папа. Послушай меня, никуда не ходи. Так будет лучше для всех. Мне опять разгребать за тобой дерьмо, Ниньо. Нет, ее место в тюрьме, пусть сидит. Ты ничего не понимаешь. Мария держит нас за горло, Ниньо. Хочешь ты или нет, она теперь с нами. Все знают, что она твоя жена. Мы должны беречь свою честь, черт побери. Хватит гадить в доме. Откуда ты? Почему волосы мокрые? Эй, ты мне объясни. Стой, я с тобой разговариваю. Ладно. Ты за всех отвечаешь. Я? Запри их всех. И не смей пить виски. Ты можешь заснуть. Нет, папа, ну и семейка, кошмар. Нет, папа, папа, не надо. Никуда не ходи, папа. Где Майта, у себя? Она еще не пришла. Сильверио звонит в участок. Надо выяснить, почему ее нет. Где она? Странно, что случилось? Сказали, что ее давно отпустили, она должна быть дома. Мне это не нравится. Два ноль пять семь, прием. Слушаю. На меня напали. Я ранен. Девушку увезли. Не уйдешь. Дверь заперта. Я больше не могу. Ожидание, неуверенность. Я хочу целовать тебя. Отстань, Амадор. Я прошу тебя. А что мне делать? Не знаю. Иди в трейлер. Делай, что хочешь. А если свеча не поможет, что тогда? Поможет. Уже помогает. Ты разве не чувствуешь? Что я чувствую, можно увидеть. Если хочешь, потрогай. Какой ты грубый. А ты соблазнительная. Не прикасайся ко мне. Отойди. Прошу тебя. Отойди. Сейчас же. Задуй свечу. Ни за что. Потому что мне она помогает. Я уже задаю себе вопрос. Как я могла полюбить такого, как ты? Ты же мне изменял. Все время лгал. Грязный цыган. Я делал тебя счастливой. Ты забыла? Начинаю забывать.
А я нет. Ты лучшее, что было в жизни Амадора и Редия. Я отдал тебе все, все, что имел. Все, все. Ты заставила меня делать такое, чего я никогда не делал за всю жизнь. Например, жениться. Я доказал, что на все ради тебя готов. Давай задуем свечу. Нельзя. Давай задуем. Давай сделаем это. Никогда. Ты женился на мне из жалости. Ты думал, что я умру. Не важно, почему я женился. Важно. Важно. Прошу тебя, давай забудем. Забудем семью, кровь, все. Пусть наши сердца решают. Ты хотела за меня замуж? Ну вот. Давай, задуй ее. Задуй. Теперь осталось сжечь желание. И мы это сделаем, чего бы это ни стоило. А если я не выдержу? Выдержишь. Нет, комиссар, вы меня выслушаете. Что случилось? На машину, что везла Майта, напали. Нет. Я не знаю, кто это сделал, но догадываюсь. Ампаро. Что? Дай мне выпить. Вы слышали новость? Надеюсь, ты к этому не причастен. Мы это вместе спланировали. Что ты говоришь? Я никогда не нарушал закон. Если ты думаешь, что помог Майте, ты ошибаешься. Потому что теперь ее считают беглянкой, и вся полиция ее ищет. Беглянкой? Она сбежала? Не притворяйся, ты ей помог. Нет. Я пришел сказать, что Марию взяли, что наш план сработал, и все. Ниньо. Я надеюсь, это правда. Клянусь памятью матери, земля ей пухом. Как это случилось? Майта похитили. А теперь судья думает, что это побег, и ситуация очень усложнилась. Но кто мог похитить ее? Я не знаю. Но кто-то держит ее в заложницах. Лопес. Этот ублюдок. Он был надзирателем в тюрьме, где я сидел с Сегундо. Мария подкупила его, это ее рук дело. Поехали в полицию, идем. Лассаро, прости, что я без звонка, но я хочу тебя поблагодарить за подарок, Изабель. Альба, у меня важное дело, и вообще это тебя не касается. Прости, но я должна была зайти. Это лишь предлог. Лассаро тебе ясно сказал. Это касается его и Изабель. Ну что? Я вижу, тебе не нравится то, что тебе запретили лезть в их отношения. И семейное фото тобой не украсили. Ошибаешься, Ампара. Я буду на снимке. Буду стоять впереди, счастливая. Ну-ну. Привет, как дела? Хватит глазеть. Цыганок не видел, хватит. Спокойно, спокойно, проходи. Привет, как настроение? Привет, Рамирес, все хорошеешь, Варелла? Ты получил вино и пиццу, что я послал? Да, отлично. Я могу поговорить с невесткой? Конечно. Я недолго, спасибо, Рамирес. Ситуация просто ужасная, моя дорогая, просто ужасная. Слава богу, ты здесь, Хана. Ты знаешь, что сделал твой сын? Что? Подсыпал снотворное в кофе. Я не должна быть здесь, вытащи меня. Какая жестокость. Да-да, ты права, тебе здесь не место. Но ты должна набраться терпения, потому что машина правосудия очень неповоротлива, ты же знаешь. Да, но ты ускоришь ее. Не знаю. Я знаю, что ты это сделаешь. Помни, у меня пистолет, из которого ты стрелял в Джордана. В Джордана? Ты говоришь о моем партнере. Конечно, ты еще не в курсе. В общем, все изменилось. Мы с Джорданом снова друзья. Что толку быть врагами? Но ты не волнуйся, я тебя вытащу. Я тебе помогу. Ты моя родственница. К тому же ты мне нравишься. Знаешь, что я чувствую, когда смотрю на тебя? Я радуюсь, что у меня появился умный ребенок. Правда, тебе придется здесь посидеть. Ситуация, к сожалению, очень сложная. Так что... приготовься и наберись терпения. Да, Хана, я это знаю, но пусть хоть меня посадят с Майты. Зачем? Мы с ней не чужие, в таких местах со знакомыми легче. Я могу тебе подсказать, к кому надо обратиться. Да? Да. И к кому же? Его зовут Лопес. Лопес.
Ты его знаешь? Я как-то его подкупал. Что случилось? Что с ним произошло? На него напали, когда он вез девчонку Эреди. Он чудом остался жив. А она сбежала. Не беспокойся, дочка. Пора, милая, идем. Да-да, забирайте ее. Хану, выручи меня. Успокойся, тебе здесь будет хорошо. Я иду, иду. Ладно, Амая. Не пожалеешь. Идем, детка, идем, пошли. Идем. Амадор, попробуй, пожалуйста. Я приготовила ужин. Я целый день не ела. Не смотри на меня так. Я смотрю, как могу. Тогда не смотри. Я закрываю глаза и вижу тебя. Привет, Изабель, ты вернулась? Только на сегодня. Повариха заболела. Я счастлив. Мы пытаемся разлюбить друг друга, брат. Искоренить преступную страсть. Что ты несешь? А что? Это же правда. Скажи, что сделать, чтобы выбросить ее из головы. Не знаю. И я. А эта свеча помогает? Или это все туфта? Не туфта. Она помогает. Клянусь, ты мне все более и более неприятен. Я это вижу. Ты даже начала бить посуду. Это клиент. Ему не понравилась еда. Мне кажется, или ты дрожишь? Ты не представляешь, что со мной случилось. Что? Я был с Морой в отеле. Мы занимались любовью. Потом я заснул. А в номер проникла Роза. Она сумасшедшая. Хотела меня кастрировать. Ты что? Успокойся. Все цело. Цело. Отлично, я рад. Я не знаю, что с ней делать. Она сумасшедшая, точно. Алло? Это я. Все в порядке? Нет, любимый, мне страшно. Эта женщина уничтожит нас. Отдай! Тасами! Отдай трубку! Мне плевать на то, что сестру выгонят из общины. Мне же лучше, я буду счастлив. Дай трубку. Но я не позволю позорить нас. Если вы снова встретитесь и об этом узнают, я убью тебя. Я тебя в землю зарою. Ты понял? И нечего сюда звонить. Нечего! Никогда не звони сюда! Не смей с ним разговаривать! Поняла? Никогда не разговаривай с ним. А ты не лезь в мою жизнь, идиот! Я твой брат! Ты спятил? Заткнитесь, обе! Обе заткнитесь. Шутки в сторону. Мы всегда были уважаемой семьей. О какой семье ты говоришь, Анхель? Когда это нас уважали? Мы уважаемая семья. Чепуха. Чепуха? Ну-ка, иди сюда. Дай трубку. Сейчас, ты не будешь с ним говорить. Комиссар, что случилось с моей сестрой? Мы бы тоже хотели это знать. Ты знаешь, кто похитил ее? Нет. Нет? Кто ее вез? Офицер Лопес. Лопес? Я так и знал, Ласара. Мария подкупила его. Чтобы он убил Майте. Что ты несешь? О чем он говорит, комиссар? Если он меня обвиняет, пусть пишет жалобу. Подонок, ты знаешь, где Майте? Держи себя в руках. В этом нужно немедленно разобраться. Не беспокойтесь, я лично этим займусь. Лопес, иди работай. Спасибо, комиссар. Не отпускайте его. Он убьет Майте. Эреди, уведи его отсюда, или я прикажу его посадить в камеру. Да, комиссар, но вы лично отвечаете за жизнь моей сестры. Убирайся! Это я, Изабель. Прости, я думала, это он. Прости. Он пытается тебе помешать? Да? Да. Настоящий цыган. А ты не уступаешь? Конечно. Уже недолго осталось, детка, совсем недолго. Но этот цвет всегда горит дольше всех. Что? Да. И намного? Намного.
Желание — это то, что объединяет пару и долго длится. Знаешь, Изабель, можно ненавидеть мужчину и в то же время желать его. Вот так. Не беспокойся. Когда свеча догорит, все будет забыто. А нельзя это ускорить? Имей терпение, и все будет хорошо. Все идет так, как нужно. Я тебя понимаю, Изабель. У меня у самой не хватило духа отказаться от страсти. Я все медлила, но все-таки сделала это. С тобой так не будет, ты сильнее меня. Посмотри на него. Ты должна это сделать. О, красавчик. Иса, ты это сделаешь. А если не выйдет? Если не выйдет, вы оба будете проливать кровавые слезы до конца своих дней. Ты ищешь кого-то, парень? Не ходи за мной. Ты увез Майта, ты ее похитил, ублюдок. Из-за тебя меня могут уволить. Не лезь в мои дела, понял? Мария подкупила тебя. Если ты что-то сделал с Майта, я тебя... Что? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Хочешь ее увидеть? Хочешь ее увидеть? Надо как-то помочь Марии, бедная девочка. Она тебе нравится? Как она в постели? Супер. Супер. А мой сын видеть ее не желает, идиот. Но вообще-то она та еще штучка. С характером. Участки всех на уши поставят, не беспокойся. С ней будут хорошо обращаться. Виски? Останься, Анхель, не уходи. Дела Майя тебя тоже касаются. Разве, папа? Да, Анхель. Садись и молчи, я тебя слушаю. Тебе повезло. Я сделал тебя казначеем общины. Ты будешь крутить наши деньги. И чистые, и грязные. Понимаешь? Еще бы. Я прекрасно тебя понимаю. И как обычно... Доходы поровну. Да-да, конечно. Но тут возникает проблема. Твой имидж. Ты должен солидно выглядеть. Быть респектабельным. А что, я разве плохо выгляжу? Бывает, папа. Заткнись. Нет-нет, меня тревожат твои дети. Особенно дочь, Мора. Она. Да, Мора. Не беспокойся, я за ней слежу. Ни черта ты не следишь, Хано. Как это? Ко мне приходила Роза и закатила скандал. Она видела Мору в отеле. И с кем? Как ты думаешь? С Хосеми. Я пока что закрою на это глаза. Но с этим пора кончать. Я все понимаю. Я ее проучу, Жордан. Знаешь, что надо сделать? Сбыть ее с рук. Поскорее выдать замуж. Как? Она разведена, Жордан. Кто захочет на ней жениться? Хочешь знать, кто? Леон Васкес. Как тебе он? Васкес? Васкес? Да. Сапожник? Да. И? Он настоящий цыган. С деньгами. Ты потребуешь с него выкуп. И решишь свои финансовые проблемы. Он же бабник. А сколько ему лет? Тебе-то какая разница? Главное, он еще холостой. И ему уже давно нравится Мора.
Да. Интересное предложение. Ладно, давай их поженим, и чем скорее, тем лучше. Отлично. Сегодня и сговоримся. Готовь стол. Ладно, Жордан. Спасибо. Но мне пора. Я пойду. Быть главой общины занятий не из легких. Проводи его, Анхель. До вечера. Попроси Мору зайти. Да, сейчас. Сюда. Мора! Мора! Я здесь. Послушай, Мора. Вам с Луз нужно приготовить побольше закусок к ужину. Салаты, огурчики, сыр, салями. В общем, сама знаешь. И оденься получше. А зачем? Потому что я теперь казначей общины, понимаешь? Это очень важно, Мора, очень важно. И я хочу, чтобы вы обе были красивыми, хорошо одетыми. В особенности ты, Мора. Ты должна постараться. Знаешь, папа, все же этот Леон такой... Как тебе сказать? Да, но он набит деньгами, Анхель. Зато теперь мы все будем обуты. Я рад, что имею влиятельных друзей. Я тоже. Кстати, Леон, кажется, поумерил свой пыл. За тебя, Анхель. За тебя, папа. За туфли. И сапоги. Что случилось? Что произошло? Ничего. Я должен был сделать вид, что на меня напали. Мне все поверили, не беспокойся. Но мы должны быть осторожны, потому что тебя ищут. Мои родные, да? Да. Они с ума сходят. Есть такое дело. Я знала, что зря тут осталась, я так и знала. Ты сама так решила. Может, ты хотела попасть в тюрьму? Успокойся, я говорил с твоим парнем. Он за тобой сегодня приедет. У меня есть друзья на границе, так что проблем не будет. Он велел передать вот это. Сказал, что скучает. Ну? Мне пора. Я приеду вечером. Не вздумай уйти отсюда. Будь осторожна. Лопес. Спасибо. Узнал что-нибудь о Майте? Ничего, она исчезла. Но как? Это странно. Да, я понимаю. В полиции думают, что ее кто-то похитил. Я не знаю, кто. Они тоже не знают. И это был не Ниньо. Мария, кто же еще? Конечно, Мария. Вот это я и пытаюсь выяснить. Ниньо сказал, что он знает типа, которого она подкупила. Ласаро, я хочу поговорить. Я знаю, что снова не вовремя. Что-то случилось? Ты угадал, Альба. И говорить нам не о чем. Я отдал Иси свою часть бара, вот и все. Я сказала, что мне ничего не нужно. Стой, не двигайся! Ты мог потушить ее, Хосеми. Поехали к Фачоле. Надо найти Майте. Ты знаешь, где твой брат? Нет, не знаю. Мама, последи за свечой, я посмотрю, где он. Амадор, я понимаю, что это трудно, но... Амадор? Не смей. Амадор, отойди от меня, пожалуйста. Сделай, как я прошу. Пожалуйста. Нет, я тебя не отпущу. Пусти меня, пусти. Не отпущу, забудь обо всем. Пусти, пожалуйста. Ты не хочешь уходить?
Ты же не хочешь, ты хочешь меня целовать. Не хочу. Посмотри на меня. Не могу, ты знаешь, что не могу. Ты не можешь от меня отказаться. Я готов ради тебя на все. Посмотри на меня. Нет, Амадор. Это все для тебя, все. Посмотри на меня. Нет. Поцелуй меня. Нет. Поцелуй. Дай мне губы. Настоящий цыган, бизнесмен, влюбился в тебя. Понимаешь? Он мне не нужен. Я люблю Хосеми. Да мне плевать на это, понятно? Ты будешь мила с ним. Будешь ему улыбаться. И может быть, он захочет на тебе жениться. И ты, Мора, за него выйдешь. Я спасаю тебе жизнь, Мора. Подумай об этом. Я твой отец. Иди. Открой дверь будущему мужу. Иди, черт возьми. Как мне надоело твое упрямство. Леон, друг мой, проходи. Привет, Хана, привет. Рад тебя видеть. Прошу, это моя дочь Мора. Мора, это Леон. Рад познакомиться. Очень приятно. Леон, молодец. Охрана! Охрана! Мне нужно позвонить. Ты знаешь, кто я? Мария Гальеха Амая. Знаешь, кто мой свекор? Ты знаешь, Хана Амая? В чем дело? Что ты орешь? Помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. Что тебе надо? Сначала скажи мне, где Майта? Ясно. Я думал, тебе что-нибудь нужно. Постой. Скажи мне, она мертва? Ты убил ее. Она сбежала. Лжешь. Ты помог ей сбежать, идиот. Я тебя нанимала убить ее. Скажи, что она мертва. Она не мертва. И знаешь, не называй меня идиотом. Я так и знала. Ты влюбился. У тебя со слухом еще все в порядке? Ты влюбился в нее, да? Ты мало заплатила. Разве? А сколько нужно? Заплачу сколько хочешь. Только убей ее, Лопес. Сколько хочу? Сколько? Не хочется хвастаться, но фабрика приносит доход. Конечно. Жордан мне говорил, что ты экспортируешь обувь в Европу. Верно. Я открыл фабрику на Малаге. Мора, ты слышишь? На Малаге. Мне нравится, как это звучит. Я люблю Андалузию. Ты это знаешь. Андалузия — это рай. Да-да, конечно. Когда я был там в 78-м, там дела шли отлично, просто прекрасно. А ты, Мора, ты была в Андалузии? Нет, не была. Ничего, еще не раз побываешь, не сомневайся. В ней течет андалузская кровь. Она отлично танцует фламенко. Ее учила настоящая мастерица. Да? Немножко. Не прибедняйся, ты прекрасно танцуешь. Покажи Леону. Потанцуй. Я уже не ребенок, папа. Что с тобой, Мора? Давай, потанцуй немного. Ладно, Хана, не хочет, не надо. Кстати, я видел, как ты танцуешь. Это было в баре, Мора. В баре Эредия. И должен сказать, что я рад тому, что ты рассталась с этой семьей. Я доволен, что ты забыла прошлое и думаешь о будущем. Я надеюсь, у нас все будет хорошо.
Это качество присуще всем, Амая. Мы падаем, поднимаемся и идем вперед. Хорошо, хорошо. Может, обсудим наши дела наедине? Да, конечно. Идем в кабинет. Извини. Я тебя умоляю, папа. Не разрушай мою жизнь. Твоя жизнь уже разбита, Мора. Судьба дает тебе еще один шанс. Не потеряй его. Я тебя умоляю. Не надо. Ради бога, папа. Молись, чтобы он взял тебя. Ты ему даже не улыбнулась. Приготовь кофе и принеси коньяк. Хороший. Ну, друг, давай поговорим. Я готов. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо. Честно говоря, Леон, ты меня удивил. Я и не подозревал, что тебе давно нравится Мора. Я порядочный человек. Она была замужем за цыганом. Я уважаю брак. Но я скажу правду, брат. Она запала мне в душу с первого взгляда. Жаль, Хосеми меня опередил. Да, в самом деле жаль. Ей с ним трудно пришлось, она много страдала. Я ее предупреждал. Но она не слушала. Я говорил, что Эреди разбираются в бизнесе, но счастья с ними не жди. Она меня не послушала. Со мной было бы иначе. Я люблю недоступных женщин. Скажи, твоя дочь такая? Ладно, Хосеми свое получил, но, как говорится, что бы ни говорили Эредия, она настоящая цыганка, благородная женщина и надежный друг. Поверь мне. Отлично. Можешь встречаться с ней, если хочешь. Да-да, я хочу. И чем скорее, тем лучше. Я рад. Хосеми будет жалеть. Такую, как Мора, трудно забыть. Поэтому мне бы хотелось поскорее жениться. Да, брат, конечно. Я понимаю. Я знаю, твои дела сейчас неважно идут. Думаю, ты захочешь получить выкуп. Поверь, Леон, сколько бы ты ни предложил, меня все устроит. Ладно. Поскольку Мора разведена, я мог бы вообще не платить. Но ради нашей дружбы и Моры я это сделаю. Я заплачу выкуп. Обязательно. Отлично. Я дам тебе половину обувной фабрики. Той, что здесь. Та в Малаге в расчет не идет. Да-да, конечно. Прекрасно, Леон. Да? Отлично. Считай, мы договорились. Ну, если мы этот вопрос утрясли, я бы хотел поговорить с твоей дочерью наедине. Ты позволишь? Да, конечно. Пожалуйста. Подожди секунду. Ангелито! Ангелито, скажи Море, чтобы зашла. Ее нет. Как нет? Ей захотелось пройтись. В чем дело, Хано? Она ушла? Заходи. У тебя 5 минут, ясно? Спасибо. Мария. Ниньо. Ниньо. Ты пришел. Отстань. Я хотела тебе позвонить, клянусь. Но они мне не позволили. Хватит нести чепуху. Ты же не дура, Мария. Я пришел не ради тебя. Что? Ты подкупил охрану, чтобы меня оскорблять? Нет, кое-что узнать. Что произошло? Лопес не смог убить Майты здесь и был вынужден ее похитить? Ты мне нужен, любимый. Очень нужен. Я убью тебя, Мария. Если Лопес не освободит Майты, ты за это дорого заплатишь. Я убью тебя. Не изображай себя мачо. У тебя было много шансов убить меня. И я тебя не боюсь. Где Майте? Там, откуда не возвращаются.
Что ты сказала? Майт мертва. Нини с тобой? Нет, все усложнилось. Он в тюрьме. Что? Да. Эта рыжая заявила, что это он все затеял. Она сказала, что он нанял киллера, и его арестовали. Хуже всего то, что ты невинна, а тебя обвиняют в преступлении, понимаешь? Ты не можешь сейчас вернуться. Ты должна быть здесь. Осталось недолго. Он твой дядя, твоя кровь. Ты должна это повторять. Ты меня доведешь до безумия, мама. Хватит. Амадор, стой там. Не подходи к ней, предупреждаю. Мама, пожалуйста, оставь нас. Нет? Да. Чтобы вы все испортили в последний момент. Я этого не сделаю. Мы это вместе начали, вместе и завершим. Ладно. Я уйду, но буду рядом. Я все услышу. Я тебя оглушу, если понадобится. Значит, скоро все кончится. Угу. Ничего не останется. А что потом? Не знаю. А если мы снова влюбимся? А ты разве любил? Ты еще сомневаешься? Очень. Вдруг мы снова влюбимся? В дядюшек не влюбляются. А дядюшки в племянниц? Только похотливые. Я все слышу! Она сумасшедшая, точно. Почти догорела. Еще есть время. Ее можно потушить. Не надо. Я хочу, чтобы все закончилось. Хосеми здесь.